Бот пока сменился. Багаш набирает по флангу. Защитник у нас Якс вышел. Вихрев решил не докатываться до чужой зоны и поехать на смену. С Бакашем у нас вышли в атаку Питьков и Пилипенко. Якс, Питьков, Пилипенко. Якс будет сопротивляться. Бросок! Гол! Янис Якс! В отличном стиле. Прошел всю площадку. Бросил. Гол! Антон Додыков был бессилен. Такую же шайбу Янис Якс забрасывал на предсезонном турнире. Сочи Хоккей Опен. Ворота автомобилиста из Екатеринбурга. Фух! Вот проход Якса. Через всю площадку. Замах, бросок. Гол! Шайба за спиной Додыкова. В какой угол бросил? Ух, ну здорово. В дальний угол на неудобной для вратаря высоте Янис Якс ставит победную точку в этом матче.